всем миром на доброе дело. Работники Ярославского радиозавода провели субботник по очистке кладбища села Петрова. На сельском погосте покоится немало горожан, выходцев из здешних мест. В субботу после Ильиного дня многие жители Липовой горы, Дядьково и Речного порта вместо поездки на дачу посетили село Петрово. Многие из горожан – прихожане местного Петропавловского храма. На местном кладбище похоронены их близкие родственники. Немногочисленный постоянный приход справляется с уборкой церковной территории, а вот на кладбище давно царит запустение. С просьбой помочь убрать мусор к людям обратился настоятель Петропавловского храма иерей Дмитрий. Я решил обратиться к Сергею Владимировичу для того, чтобы можно было убрать. И слова были такие, что здесь очень много похоронены радиозаводчан, и многие люди сюда приходят еще для того, чтобы помянуть своих родных и близких. Этот субботний день должен стать первым этапом большой уборочной страды в селе Петрово. Организаторами и вдохновителями необычного субботника стали директор Ярославского радиозавода Сергей Якушев и депутат муниципалитета Виктор Волчунас. Когда организуется просто кого-то пригласить, какой-то подрядчик сделает, ну как-то это не от души. Когда в микрорайонах это делается с помощью нас и депутатов, и в том числе привлекаем и молодежь, и общественность, которая здесь проживает, все-таки это лучше сохраняется и лучше бережется. Вместе с Виктором Владимировичем в субботнике приняла участие вся его семья, а на призыв Сергея Якушева откликнулись сотрудники радиозавода. Я хочу сказать, что я человек верующий, и мы на Ярославском радиозаводе очень с большим теплом относимся к просьбам и нуждам представителей православной церкви и многим помогаем. В этом месте, где еще час назад была гора мусора, отец Дмитрий мечтает поставить часовню. Принять участие в благом деле пришли, как говорится, и стар, и млад. Сергей Владимирович, человек уважаемый на заводе, бывший мой директор. И как не откликнуться, когда дело такое важное и хорошо организовано, молодцы.